Ну, жизнь наша, она такая, какая она есть. К сожалению, полосатая. Бывают светлые полосы, темные, потемнее. Вот так в моей жизни случилось. Была очень несветлая полоса, темная. Вот. Это уход родителей. Были еще сопутствующие стрессы, обстоятельства так вот сложились. Вот. Ну и, скажем так, неожиданно для себя. Я даже не думала, что у меня может быть депрессия, подавленность. Вот. Конечно, заедала, как все. Да, вот получилась фигура совсем не такая. Да, вот на этом этапе как-то вышла, познакомилась с Викторией Андерсен. Да. Ну, во-первых, ее позитив, ее настрой, то, что вот как-то вот она в своем разговоре, сама по себе это человек очень позитивно эмоциональный. Да, вот понимаете, она как-то внушает доверие, настраивает, вытягивает. Вот. Ну и, в общем-то, смотришь, и у тебя появляется надежда, что вот темная полоса твоя заканчивается, она закончится, ты видишь уже светлую полосу. И когда улучшается настроение, вот, сразу появляется желание о улучшении внешнего вида. И ты начинаешь кушать правильно. Вот. А в этом тоже Виктория. Конечно же, ее все диетические, ее все рецепты, советы, рекомендации довольно-таки. Ну, около 17 килограмм моих я подарила назад врагу. Благодаря, Виктория.